Я считаю, что в американский футбол может играть реально любой человек. Независимо от комплекции, это не обязательно быть огромным быком, чтобы в него играть. Если у тебя есть хороший мозг, скорость, хитрость, можно есть что противопоставить быкам. Так что мы на этом и строимся, на команду. Футбол — это не о том, кто сколько раз пожмет 100-килограммовую штангу. Футбол — это о характере в первую очередь. Проработаем в том же темпе, финал будет наш, потому что мы да! 1, 2, 3, Спартак! Первый раз, когда я услышал про спартанцев, я тренировал нападение «Черного шторма», и в 2011 году нам предстояла игра со спартанцами, которую мы выиграли 58-0, как сейчас помню. А патриоты вообще в том году подухарились и 105-0 выиграли, или 102-0 у спартанцев. Мы начали с 2 тренировок в неделю на маленьком деревянном паркете в 12, максимум 15 человек. Команду громили в те первые 2 года с сумасшедшим счетом. 102-0, мне кажется. Спустя 2 года у нас 40-45 человек на тренировке. У нас не 1, а 5 тренеров. У нас не 2, а 3 тренировки в неделю. Мы, наверное, первая команда, которая провозгласила: мы не вербуем хороших спортсменов, мы воспитываем с нуля. Ну и в итоге из этого что-то успешное да получилось. Мы дошли до полуфинала чемпионата России. Да, там, безусловно, была довольно-таки своеобразная турнирная сетка, но это уже становится похожим на футбол. Заниматься начал футболом годика 2 назад где-то, ну 2,5 может быть. До этого в «Сокер» играл вратарем, этого команды «Сокол» саратовская. Вот, в Москву преимущественно переехал только ради футбола, собственно, американского. Наверное, единственный город в России, где можно играть в футбол. В первое время за меня очень много суетился, собственно, именно менеджер, что он нашел жилье мне на первое время. Команда очень сплоченная, то есть тут тебе, по сути, в любой ситуации помогут и в жизни, и вообще в любой ситуации. А так, да, на желании, на мечте как-то двигаться. На данный момент работаю официантом. Единственная работа, куда меня взяли без высшего образования. Давай, вот если ты сейчас не доделаешь, никогда в жизни не доделаешь. Да не надо прыгать-то далеко, просто ножку переставьте. Да, непривычно, вот школа выпускает таких людей. Я учился на тренера по легкой атлетике. Ну и вот бегал, и мне уже 30 лет было, уже как бы стал задумываться. Вот встаешь на дорожку, уже думаешь, а может, это последний раз встаешь, что там потом-то делать, как без этого жить, без движения, без тренировок упорных. Я слышал, что ребята куда-то уходят, какой-то американский футболщик. И вот Леша Чайковский после этого на «Вираже» подошел, пригласил, говорит: новую команду делаем, «Орлы» называется, приходи к нам, у тебя получится, ты быстро бегаешь. Ну вот так я пошел в американский футбол. А что играть, как вставать? Нам подарил вот Игорь Татурян, президент этого Союза американского футбола, учебник по американскому футболу. Он так назывался. «Америкалянин Ялька Пала». Почему он так назывался? Потому что он был на финском языке, да? И мы всю свою игру строили на картинках. Пока я играл в футбол эти 5 лет, был спонсор какой-то, который покупал нам каркасы, шлемы, джерси. Потом эти деньги где-то в 94 году резко куда-то ушли. Все эти вот кооперативы, какие-то вот государства потеряли интерес к футболу резко, и все это затормозилось. Это же тяжелая штанга, гриф ты вот сюда тянешь.
Тяжелый, ты выше, чем отсюда, не подымешься. Два. Команда единственная на плаву осталась, «Медведи», скажем так, да, московский, больше никого. Они проводили чемпионат России, просто защиту на нападение играли между собой. И победитель получал золотые медали, проигравший – серебряные. Больше не было никого в стране, вообще во всей стране никого. Если в любом другом виде спорта тебе достаточно там, одного тренера, и ты качественно организуешь процесс там, на 30-35 человек, то здесь тебе их нужно действительно минимум 4-5 человек. Грамотных, вменяемых специалистов. Это на самом деле очень долгая работа. Найти человека хорошего, который за бесплатно, как и все в нашей команде, будет тратить свое время, заниматься этим просто потому, что он это любит. Ну вот сейчас у нас тренерский состав очень сильный, к чему мы и стремились, да, два года. Но все это как-то вот, ну просто на общении, на дружеском. Вот с Керри мы, он нам достался на средства от уральских молний, да. Мы играли в четвертьфинале с молниями, там я разговаривался с их тренером главным на то время, Валерой Негруцей, да. И вот мы говорили, я говорю, у вас американец, где он? Он говорит, вот он вот в этом году в Москву приедет. И в результате Керри у нас в команде. Я из США, из штата Огайо. Вот я сюда приехал, да, учиться по программе прикладная политология. Я начал играть, когда мне было 12 лет. Ну, мне очень нравится американский футбол. И я могу помочь развить этот спорт, этот вид спорта в России. Это очень круто. Американский футбол не наш вид спорта, скажем так грубо, да? Но там есть традиции, которые чисто наши. После каждой игры вручается приз самому полезному игроку. Это не всегда вот тот, кто занес тачдаун. Это человек, приносящий больше всего пользы. То есть это даже не американская, чисто российская вещь, что отдавать себя во имя коллектива, да? Вот этот коллективизм такой воспитывает. Здесь все как один должны быть, и главное качество для футболиста – это отдать себя ради команды и не сдаваться под давлением. Дети вы! Найди свой-то, пошли в команду! Дети! Этого слона может только так повалить. Я пишу диссертацию. Надеюсь, не надеюсь, а я уверен, через несколько месяцев я все же выйду на защиту. Ну и работаю менеджером по продажам. Американский футбол в моей жизни занимает гораздо больше времени, чем того хотелось бы. 3 года назад, когда я взялся за все это, я еще не знал, какова будет цена. Чтобы вывести команду на другой уровень, мне нужно будет на себе, как на игроке, поставить крест. Меня пригласили в расширенный состав сборной России, я не поехал. Почему? Ну, потому что, еще раз, менеджер убил игрока. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Делай, что должен, да будь, что будет. Как-то так. Команда, построение! Безусловно, если бы мне это не нравилось, я бы, наверное, этим не занимался. Ну, такие реалии, такой футбол. Ну, в следующем году, я уверен, я буду в сборной России, это прям 100%. Я все сделаю, что как бы это получилось у меня. Потому что сейчас целые полгода на предсезонку, чтобы физически вырасти. Ну, и по технике тоже, тренера хорошие. Во-первых, все строится на личном примере. Нельзя требовать от кого-то то, чего ты не делаешь сам.
это самая командная игра. Вот именно поэтому, мне кажется, она очень близка для русского человека. Себя всего отдать надо. И без этого ты ничего не сможешь ни сделать, ни достигнуть. Вы знаете, это прибаутка такая, что Бог сначала создал мяч, а потом уже человека. И руки ему он затачивал, сами понимаете, да, под мяч. Потому что если мы их одним движением опустим вниз, опять же они под мяч. Ну, биться надо до конца. Сохранять свое хладнокровие, способность быстро и правильно соображать, будучи под прессингом. Давай сейчас, ради! Уберем всех и стараемся, чтобы они перестали бояться. К сожалению, это очень трудно, перестать бояться, да, или там развиваться. И поэтому текучка большая. Не все это выдерживают. Но вот эта сеть, она пропускает мелкую рыбешку, но кто покрупнее остается, вот это уже хорошо. То есть мы уже не зря этим занимаемся. Мы все энтузиасты. Вопрос в том, ты бьешься до последнего или нет.